США могут обучить первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу Национальной гвардии ВВС США генерал-лейтенанта Майкла Лоу. Ожидается, что украинские пилоты прибудут на авиабазу ВВС США в штат Аризона к октябрю. В зависимости от их знаний и предыдущего опыта полета на истребителях, они могут завершить обучение в США в течение 3 месяцев. После завершения обучения в США украинцам придется вернуться в Европу для прохождения дополнительной подготовки в НАТО. При этом Ло не сказал, сколько времени займет дополнительное обучение. Кроме того, президент США Байден скоро примет решение об атаках для Украины. Вероятность передачи высока, пишет Униан со ссылкой на CNN. По данным издания, Госдеп и Пентагон порекомендовали американскому президенту Байдену поддержать это решение.